По итогам республиканского конкурса «Дарын-2014» диплом первой степени и золотые медали получили девятиклассники Назарбаев интеллектуальной школы химико-биологического направления города Усть-Каменогорска Даяна Социалова и Нуржан Абдукаримов. Предметом изучения стал обычный хлеб. Наши исследования помогают улучшить питательные свойства хлеба и улучшить его пищевую ценность за счет наночастиц овса. Диплом второй степени и серебряную медаль заслужила Дана Убакирова с проектом по извлечению биологически активных веществ из зверобоя. Методом волнового сверхизмельчения она получила нанопорошки и изучила их свойства. На суд жюри Дана представила антидепрессант. Оба исследования велись под научным руководством учителя химии-эксперта Розы Капасовой. По результатам данного проекта мы подали заявку на получение инновационных патентов на изобретение как в Республике Казахстан, так и стран Евросоюза. Изобретение называется «Композиция на основе зверобоя». Получили по данной заявке 2 регистрационных номера и заняли приоритет или приоритетные позиции для разработок в данном направлении. Возможности нанотехнологий и современное оборудование все больше привлекают внимание детей. Данияр Бексултанов работает над применением системы Foodie Advisor. Программа позволит пекарням улучшить качество продукции за счет добавок из наночастиц овса, ячменя и других злаков. А вот Олжас Калиев и Дана Уанова нашли нанохимический способ получения минеральных руд железа за счет микроорганизмов железобактерий. Результаты будут доложены на летней школе конференции по нанотехнологиям «Байкал-2015» и в Южной Корее в августе на международном конкурсе «ЮПАК».